Мальчики, когда вы уже поймете, что ваш рост абсолютно не важен? Важны ваши внутренние качества, ваша душа. Понимаете? Не важен рост. Всего лишь важно, какая у вас душа, характер, насколько много у вас денег. Всего! А если серьезно, меня постоянно спрашивают парни про рост. Нормально ли, что у меня вот такой или такой рост? Типа низкий? Ребят, каждой твари по паре, вы не забывайте это. Во-вторых, когда ты любишь человека, тебе похер, нет? Какого он роста, какого он размера, чё там у него как? Забейте. Ребят, мои истории удалились. Я не знаю почему. Выборочно. Причем сначала. Это очень странно. Если у вас какие-то сохранились истории, можете скинуть в директ. Блин, ну смешно. Ну хорошие же истории удалили. А собачку за что? Да за что? Собачку! Мне кажется, это из-за того, что я сказала про... Я больше не буду про нее говорить тогда. При том, что у меня спросили об этом, у вак... Меня спросили, я ответила просто название. И они удалили мои сторис. Типа, ну это же friendly fire. Типа, я же ничего против не говорила. Ничего такого. Как-то странно работает у них. Что? Короче. Жаль.